Всем привет! Сегодня я хочу показать, как, собственно, сделать, ну, получить Android под систему на Windows 11. Для этого переходим на данный, вставляем сюда эту ссылку, выбираем Low и немножко ждем. После того, как у нас все подгрузилось, скачиваем самый большой файл. Ну, обычно в конце. Это файл с расширением MSI X Bundle. Здесь он 1,2 гигабайта. Поем его. И я потом покажу, что делаем дальше. Потому что он достаточно большой. И скачивается достаточно долго. Я пока поставлю на паузу. После того, как все загрузилось, открываю. И меня ее команду. Теперь просто я, кстати, и вот так. А ничего. Так, у нас все установилось. Теперь
Открываем и все, видим, что Windows Subsystem Android успешно установилась. Дома ресурсы, меринадок, прерывная, данные, режим разработчика. Он нужен для того, чтобы получать доступ извне, IP-адрес. В общем, и отключение. В общем, пока все. У меня еще пока нету таких обкашек, поэтому вы можете проверить сами. Это уж точно не вирусы, вы можете легко проверить. Просто, во-первых, вот эти файлы bundle, они всегда имеют свою подпись. Во-вторых, мы это только что получили, по сути, Microsoft Store. Вот Microsoft, собственно, вот. Только мы слегка их систему инсайдерскую. Вот. А на это всё. Пока. Пока. Раз, два, три. Экстренное включение. После того, как я начал проверять собственную вот то, что я вам рассказал, оказалось, это еще не все. Во-первых, мы должны открыть наш терминал, ввести эту команду. И, в общем, она проверяет, включены у вас ли некоторые функции Windows. Мы должны проверить, включены ли у нас виртуальная машина. У меня она уже включена. Если она у вас не включена, вы ее должны включить. Вот с помощью этой команды. Я, может, оставлю ссылку на этот файл. Ну, если я найду тут поставить. Дальше. Я вот уже на следующий день попытался открыть файл. И у меня не получилось. Потому что около IP-адреса нужно нажать на обновить. У нас появится IP-адрес, и после этого... А, надо еще режим разработчика включить. Ну, это я уже показывал. И диагностику. Потому что это все-таки инсайдерская штука, вещь. И, в общем, уже после этого файлы могут работать корректно. Потому что они у меня не работали. Если у вас и после этого не заработают, то, возможно, у вас визуализация выключена. Ее тоже надо включить. Это уже делается в BIOS'е и в разных материнских платах это делается по-разному. Поэтому я не смогу вам рассказать, как это делается. Потому что у меня она Acer, а у вас она может быть другой. И это логично. Вот. В общем, здесь у нас изображение, видео, документы, файлы и такой мини что-то похожее на Android. Опять-таки логи, отчеты об ошибках, но нам-то надо, чтобы запускать наша программа. В общем, так как мы включили режим разработчика, то мы можем подключить ADB по localhost и порту 58526, ну или по IP-адресу. Поэтому мы заходим на этот сайт и скачиваем ADB. Нам нужен ADB on Fastboot, он же Platform Tool. Скачиваем для Windows, так как у нас это Windows 11. Поэтому, вот, во-первых, я буду пытаться запустить у нас Яндекс.Го такси и деливери в последней вроде версии. Поэтому вот мы скачали, установили.
Ой, нет, то есть мы еще не установили. Ай, берем и просто разархивируем в папку C. Так, не очень удобно. И ждем. Не очень много здесь. Так, запись идет. И идет. Вроде да, идет. Или не идет? Идет. Не идет. Потом сразу можем зайти в нее. И здесь. Нет, даже. Иди. Нет, перешли. Потом. Вот мы перешли и подключаемся к нашему. Вместо 127.0.0.1 можно ввести и свой порт, если у вас не получится через localhost. Порт всегда такой будет. На 5.8.5.2.6. Вот это важно, между прочим. Так, все подключилось. Теперь пишем. А зачем я копировал? Русский Яндекс. Вставление было готово. Так, одну секунду. Что-то пошло явно не так. И вот уже я починил. Для этого я, во-первых, погуглил, во-вторых, я просто ввел три команды. Вот они. Это devices, kill server и снова devices. И на этот раз у меня уже все остановилось. Странно. И смотрим, все, оно установилось. Это работает. Все. И важный момент. Если у вас ярлыка не появилось, ну такое может быть. Во-первых, вот. Команда. Опять, да. И где переменная, это package name. Ну, в моем случае это ru-yandex-taxi. Просто вы ищете, например, какое-то приложение в Google Play. Ну или вообще я взял с APK Pure данный файл, но опять-таки, честно, я не знаю, как там смотреть ID. А, вот здесь, да, ну вот. В общем, для Google Play вот, это, как правило, ru, Яндекс, такси. А значит, здесь. Здесь, да, здесь то же самое. То есть вот это все, это и есть package name. Awesome. Нет, давай не надо. Ну, куда? Сюда, куда-нибудь. Ну, Маросейка 12. Вот, все работает. Но опять-таки важно заметить, что это скорее инструмент. Он предназначается для дебагинга в первую очередь, поэтому это костыли. Если вы хотите нормально что-то делать, то это либо надо ждать релиза, либо использовать все-таки эмулятор наподобие Nox и BlueStack. Во. Во, точно. И, в общем, на этом вроде бы точно все. Теперь, то есть я скачал, установил приложение, показал, как
пользоваться. Да, вот, все. Вот теперь точно. Всем пока. Пока.